Анонс и точная дата выхода четвертой части российского сериала «Психология преступления. Ничего личного». Четвертая часть сериала выйдет на телеканале ТВ-центр 23 апреля. Сюжет сериала. Злоумышленники похищают адвоката Самирова и скидывают его беременной жене видеозапись, где требуют выкуп. Женщина шокирована. Находясь в положении, ей особенно трудно перенести свалившуюся боль. У опытного юриста было немало врагов, в том числе в криминальном мире. Бандиты явно знали, что крадут человека состоятельного и располагающего финансовыми возможностями для выплаты требуемой суммы. Леонидов находит по горячим следам этих преступников. Конечно, он является опытным сотрудником следственных структур, и он не раз оперативно распутывал сложные дела. Но в данном случае даже у этого матерого силовика появилось подозрение, что слишком уж легко получилось вычислить подельников. Явно тут что-то нечисто. Законник ищет источники сведений, способных прояснить ситуацию. Следователь Леонидов всегда старается докопаться до сути. Ради установления объективных фактов работник правоохранительных органов готов идти даже на не вполне законные методы. Расследование приводит его к девушке, с которой пару лет назад у него закрутился незабываемый роман. Как эта героиня связана с расследуемым делом? Удастся ли Леонидову наказать виновных и узнать правду о преступлении? Это мы узнаем уже в новой части сериала. Напомним, премьера сериала состоится 23 апреля на телеканале ТВ-центр. Если вам нравится сериал, ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.